Всем, друзья, привет, вы на Гудплей, и это Эль-Хиджо, Вилл Вестайл. Про мальчика, который будет защищать свою маму. История, и мы посмотрим ее. Давайте начнем вместе. Давайте пролог. О, что это как? Произошло? Надеюсь, вам понравится. И сами потом выберите, стоит ее брать или не стоит. Также не забывайте про лайки, комментарии. И дизлайки. Так, это наш малыш. Так, клавишами управления, да, получается. На кактус не сядь, пацан. Ой, скорее не есть даже. Да-да-да. Но усталость есть тоже. Это, наверное, отец. Или бабушка, или кто. Что-то, ну, мужика нету. Так, спуск. Поторопись за мамой-то. О. А, это типа обучение даже. Вид с птичьего полета. Удерживайте таб, чтобы смотреть и показать конусы врагов. Полезный предмет, да? А, вот удерживаешь. Классно. Но это когда враги будут. А, угу. Враги могут увидеть тебя на свету и не замечают в тенях. Хорошо. Научились. О, можно пригнуться и прям как Splinter Cell. Давай, вставай. Что происходит? Thank you.
Получается, нас украли. Точнее, маму украли, а мы должны найти сейчас. И от бандюков уж и уйти. Камилка игрушка. Давай, малой, спускайся. Это враг? Да, это враг. Но мы поняли, что это враг. Аккуратненько, чтоб не попасть. Птичка мне поможет. Плохо видит в тени, это хорошо. Угу, прыгнемся. Так. Птичка, птичка, помоги. Так. Спускаемся вниз. О, а здесь все завалено, надо наверх. Ну и что? А, во. Начни свое путешествие, о. Прогульщик. Ха-ха-ха. Опечевальня. Как здесь проходить? Занавеска, что ли? За занавесками прятаться? Не... Подождите. Только не под, подмеченными надо. Он не срабатывает сразу. Бывают такие проблемы. Это, не знаю. Дюкая лич. Так. Папа, ты меня не видишь? Козел. Я здесь спрячусь. Так. О, они здесь видят. Что мне делать? Посмотрел, посмотрел, поболтал, побазарил. Опять снова. Короче, надо быстро это сделать. Или сюда постоять. Смотрит.
спускаемся. Этот сюда. Так, вроде бы спрятались. Между надо, между вот этими полотнами. О, музыкальная бабушка какая-то. Смотри, они везде все видят, а? Странно. Отвали отсюда, иди отсюда. Маленький, хитренький засранец. Давай, залезай. Кто-то прыгнул там неизвестно куда. Что там? Есть! Камни. Бросай камни, чтобы отвлечь врагов. Прицелиться. И для броска. Ну-ка, буль-буль. А куда нам надо? Так. Туда вниз надо? Непонятно. Он здесь прям все убирает. И там можно. Но тот иногда спит. До свидос. Пальчичка, помоги. Уроды. Ну что делать?
Нам туда надо. Так, давай складывай. Кого надо отвлечь? Не поймаешь, дурачок. Ха-ха-ха. Все, я убежал. Опасная ситуация была. Опасная. Оп. Никто не увидел меня почти. Отдохнемся и пойдем. Кухня. Мы прекрасно ее найдем. Надо в тени оставаться. О, как хитро, да? Крысы, крысы, крысы. Страшно, однако. А мы спрятаться можем. Вот синенькие штучки, это спрятаться где? Ага. Смотрит, смотрит, смотрит. Но он меня не видит. Мертвая зона. Так, здесь вот. А то о-оу. Так. Сейчас. Надо чуть-чуть подождать. Так, до свидания. Ха-ха-ха-ха. Прикольно. Кайф, кайф, кайф. Игрушка такая интересненькая. Так, трапезная. Монахи. Главная монашка. Куда это нам? Птичка поможет. Куда нам найти? А нам нужно так. Ха-ха, обманул я тебя, ля-ля-ля, ля-ля-ля.
Здорово, пацан, ты что здесь делаешь? Так, отодвинули. А там кто-то кушает. А, там тетка кушает. Ну и... Старик смотрит. Что-то пойдет. Писания какие-то, наверное. Пали-пали-палю-по-по-по-по. Угу. Его надо отвлечь. Вот он сюда куда-то пошел. Смотри, что не хочет, а? Эти... Блин, перезарядка еще какая-то есть у этих камней, офигеть. Здесь его не обойдешь. Загадка, а? А, он там не впритык. Короче. Вон внизу есть. А я думаю, как его пройти-то? Так, сохранимся. Оставим. Тут не запалили. Так, а этот поет. Прятаться можно будет, если что. Обойдешься. Щечки лопнут. Пища варёна. Залезем. Опять спуск вниз куда-то. Библиотека. Так. Идем. Мы с тобой, пацанек. Не надо открывать. А. Пододвинуть надо. Не хватает вот эти вот всякие кувшины. Понаставили здесь кувшинов. Ну-ка залезь.
Непрактично. Так. А куда нам надо? А лесенку, да? Кто такой мальчик? Вдохновение детей. Мотивирует детей собраться силами, и иногда вы получаете за эти труды подарки. Камешки. Все получится. Главное вместе быть. Мы же друзья. У нас все будет хорошо. Шо-шо-шо. А как залезть? Куда идти? Мальчик, ты мне поможешь? Мальчик, ты мне поможешь? Не поможешь, совсем не поможешь. Эх, беда. Так, куда надо дальше? Ах ты козел. Старый. Кто меня схватил? Тебе не стыдно вообще? Вот от детей нельзя. А то щеки лопнут. Ой, там пацана мучают мучением. Он засыпает, кивает. Что здесь такое? Открытый проход? Получил. Никого, да? Свистуны тоже мне. На еще тебя, габонец. Так. Куда нам путь вообще, дорога? Так, прибавим. Туда куда-то? Там сломано все.
Иди отсюда. Ой, это... Блин, она так это... Отба дальше. Здесь сложновато. Это, конечно, странно. А куда я должен залезть? А, ну чисто пройти здесь. Если... Пошел отсюда. Не успею. Уже не успею, да. Здесь я невидимый. Ну точно. Я в тени. Тебе показалось. Именно туда надо, уверена. Не залазить. Правильно все, надо вниз. Пошел со своими мучениями. Главное, чтобы не мучил никого. Ой, то есть притык это. Понял. Притык, значит, притык. Я думал, дальше можно будет подкатить. О, еще и ребенок. Хоп-хоп. Мальчика, девочка.
Прячемся. Ты серьезно? Ты только сидишь и прячешь, здесь ищешь кого-то. Плютый ты балбес. Отгоняет, что ли? Непонятно. А ты хотел сбросить эту? Люстру? Ну, затрагивает. Вон его диапазон. А мне надо вниз. Хорош ты сидеть, нет бы побазарил кем-нибудь. И здесь в темноте. Хоть отошел от своих бумажек. Глупые взрослые. Неф. Какое-то место какое-то непонятное. Где моя рогатка? Я вам... Дай-ка получай-ка дам. Так, хорошо. Давайте, друзья, на этом закончим. Вот такая вот игрушка, как вы поняли, здесь лазишь. Ничего такого разговорного нету, в принципе, с кем-то. Просто выполняешь задания и вот эти вот спринтер цела.
где ты, тебе птичка помогает. Это легкая, незатейливая, в принципе, для детей очень классная. Логику развивать и не только. Ну и храбрости, и не только. Вот, так что на этом все. Всем большое спасибо, что были со мной. Оставайтесь на канале, ставьте лайки, дизлайки, комментарии, будете ли вы эту игрушку играть или нет. И всем аригато и не болейте. Всем пока. And it's up to us to take it back. We're everyone and we're everywhere. The ones who refuse, the ones who defy. Who are we? We are the resistance. Join us.